Кузнак, иди сюда. Привет. Кузнак, иди. Ну и ты, да. Так, только не заберешься, что ли? Моя нежка, моя зайка, моя будь, моя нежка, ручковая, моя. Мы туда постелили ее немножко с машин. Там мяско, конечно, самое главное. Ну да. Вот ребенок здесь год уже живет. Сначала Али поставили. Там 45 минут живет рядом со своим хозяином. Поэтому у нее, наверное, такая особая любовь к мужчинам. Так они поддерживают православную церковь. Да, тут мы тебя заходим больно, да, да. А там кот? Да, да. Она сытая. Ты сладкая. Вы не приезжали, вообще никто ее не кормил, все время было пусто. И мы сюда приходили, ее тут еще один был щеночек. И мы кормили ее. Он убежал. Видел там коломки идти. А ты людей успокаиваешь, конечно. Тебе просто помогает. Иди сюда. Иди, мой маленький. Иди, мой котерок. Красивый. Гарный. Скільки у вас таких котиків? П'ять у нас. Угу. О, собачка йде. Ой, і котик іде. Здорово. Менше стало. Это кошачий, весь мешок. А, она поранена. Да, не, но она сейчас уже была. Иди сюда. Вот видите, тут у нее было вырвато. Но это уже заживает. Фактически это самое. Так что... Знали, что... Да, нам женщина... A woman told us that the owner was killed with a shrapnel. And they buried him in this garden, next to the house. This is the grave of the owner. Могила, да. Куда ехать? We arrived and we found her here in the chicken coop or in the place where they kept the pigs. I don't know. They told us that people had abandoned her. We don't know why. Maybe because of war. Что оставили? Мы не можем ее бросить. Мы вот уже. We have been feeding her for about 5 months. She's not going anywhere. She goes away at most maybe 30 meters from the house. She comes to meet us and runs away, only to return straight after. Встречает и обратно бежит вот сюда. То есть это настоящее? Для меня это необъяснимо. I can't explain it. Yes, we come here for one dog. To me, it's hero. It's some kind of an achievement. It is an example of how we should be resilient too. Пример, просто пример для того, какими должны быть. Бо дуже велика кількість собак була. A large number of dogs were shredded to pieces and shot. When entering some villages, there were pieces, skulls, bones in front of the yards because they were hanging on chains. Черепаки ски на подвір'ях, бо вони були на цепі. У них не було б... Яся, іди сюди. Тихо, тихо. Ясія, come here. Silence, silence. Її у Ясі он єсть, вирвало. Still store of a piece of it. She hides in the basement faster than anyone. When she hears something, she snaps right away. And we run after her. So she is in most sensitive. Так що вона у нас була, як говориться,
Ну, самое чувствительное, а мы уже реагировали. Так что это... У вас было собак и кошек? 25 кошек было и 20 собак. I had 25 cats and 20 dogs. Because they were shooting, there was no one. I cooked porridge for them in my summer kitchen. 2 buckets a day for both dogs and cats. Nobody was bringing us food. They started to bring food when stopped shooting. А карман начали возить, как перестали стрелять.